Идеальный день баскетболиста не обойдется без игры или тренировки. Сегодня в рамках малых олимпийских игр на баскетбольной площадке стадиона «Смены» прошла игра по стритболу. Завораживающая траектория мячей, продуманная тактика и заветное попадание в кольцо. Спортивная база Всероссийского детского центра «Смена» дает возможность спортсменам наслаждаться любимой игрой и повышать свою квалификацию. Здесь хорошая погода, хорошие площадки, хорошее питание, все, что надо для спорта, то есть и огромный стадион, которым можно пользоваться, то есть как беговые дорожки, как футбольное поле, баскетбольное поле, тренажерный зал, бассейн, и получается, все, что надо для занятий спортом, все здесь есть. Дети, которые смотрят на профессиональных игроков и думают, что я хочу играть так же, как профессиональный игрок, там Стеф Карри или Леброн Джеймс, они мечтают быть как они, но весь минус заключается в том, что они просто мечтают, они не ставят цели. Если поставить себе цель и к ней усердно идти, тренироваться, то в любом случае ты к ней придешь и ты станешь успешным баскетболистом. Баскетбол и стритбол объединяют совершенно разных ребят в единую команду, заставляют смениться и взаимодействовать между собой и учат слышать друг друга. Мы привыкаем друг к другу, мы очень долго играем между собой. И поэтому узнаем уже, кто куда, как открывается, как кинет. Смена мне очень нравится, здесь очень тепло принимают, понимающие вожатые, как бы слушают нас и наши пожелания, и пытаются тоже взаимодействовать с нами, чтобы всем нравилось, и нам, и им.